нас хочет быть красивой. И когда мы с вами собираемся на работу, или на встречу с друзьями, или тем более на свидание, мы продумываем свой гардероб от и до. Но часто забываем о том, как мы выглядим дома, какими нас видят домашние. Если вы вынуждены бежать переодеваться, когда вам в дверь звонит курьер или соседка, то значит, с вашим гардеробом что-то не так домашним, и его нужно спасать. Давайте сделаем это сегодня с помощью главного предложения дня. Самого стройнящего и привлекательного халата под названием «Ася» от бренда «Натали». Ну а все о нашем главном предложении дня расскажет модный критик, эксперт Алексей Лапшин. Между прочим, человек, который в телешопинге уже более 7 лет и повидал самое разное, но вот сегодня тоже очарован нашим халатом «Ася». Ну, безусловно, это мега, я бы сказал, актуальное предложение для жаркого лета, но почему мы дома забываем про свой внешний вид? Ведь мы должны радовать и себя, родных и близких, домашних, а может быть, к вам прямо сейчас едут в гости ваши дети, ваши внуки. Встречайте их вот в таком праздничном образе. Женственная отделка халата в виде воланов – романтический тренд этого лета. Он интегрировался даже в домашнюю одежду. В сочетании с нежными фантазийными цветами в принте ваш, даже домашний образ будет выглядеть привлекательно и немного игриво и кокетливо. Кстати, дышащий 100% хлопок от бренда «Натали» гарантирует вам комфорт и легкость даже в самую жаркую погоду, поддерживая оптимальную температуру тела, ничто не будет вас отвлекать от каких-то домашних дел. Кстати, полуприлегающий силуэт халата обеспечит вам необходимую свободу, комфорт и, конечно же, идеальная посадка. Ну и надо же чувствовать себя еще и безопасно. И вот здесь мы сразу видим, что у халата есть функциональная молния. Да, которая прекрасно функционирует. Бордовый цвет сейчас на ваших экранах. Посмотрите, здесь у нас модификация полосатика. Вот такого очаровательного. Бордовый, малиновый цвет уже с синей полоской. Посмотрите, малиновые вставки по бокам. Я для себя выбираю вот такой голубой цвет, будет называться Наташа, в заказе. Тебе, кстати, но он восхитительный. Я специально выбирала насыщенный синий. У нас есть с вами вот такой ягодный цвет, будет называться лиловый. И цвет зеленый, цвет травы. В заказе будет цвет хаки. Леш, давай сразу поможем выбрать нашим телезрительницам размер, тем более что от 48 до 62 размера у нас халат «Ася», который поможет визуально постройнеть. Мои дорогие, горячо любимые модницы, советую брать на размер побольше, потому что наш халат «Ася» чуть-чуть маломерит. Поэтому берите на размер побольше, вы не пожалеете. Это абсолютная новинка, то есть новая коллекция от бренда, который наши телезрительницы уже знают на протяжении 4 лет. То есть с каналом бренд «Натали» сотрудничает 4 года. Более 200 тысяч наших постоянных покупательниц выбирают этот бренд. И вот ты знаешь, Леш, есть у нас статистика, что каждый раз, когда халаты от бренда «Натали» появляются в эфире, более 500 заказов за первую презентацию сразу же. А это сегодня еще и главное предложение дня. Вот бренд «Натали» обожают. Обожают, и я понимаю, почему вы так любите этот бренд. Прежде всего, это качество. Бренд «Натали» — это трикотаж из Иваново. Бренд существует с 2006 года, то есть по факту 18 лет. И, между прочим, это один из крупнейших региональных холдингов России. Контроль качества высокий, очень высокий. Ну и здесь я напомню, что у нашего предложения, у нашего халата «Ася» 100% хлопок, кулирка, качественный, эластичный, практичный, просто в уходе, дышащий, идеальный для домашней одежды. Слушай, я вот смотрю на девочек и на себя, и это такой комфорт, это такое удовольствие. Тем более, что цена сегодня 3 девятки, 999 рублей вот за такой восхитительный халат. Слушайте, я когда увидела наш халат «Ася», я сразу вспомнила, как в 10 классе я вообще восхищалась всегда своей мамой. Она была жуткая кокетка, всегда красавица и даже дома следила за собой. Папа ее всегда ревновал. В 10 классе я решила маме сделать подарок. Я ей шила халат на день рождения. И помню, как трижды, Леш, трижды пришивала крылышки вот подобные к халату. Но вот сейчас у меня просто какая-то, знаешь,
очаровательная история воспоминаний с нашим халатом связана. Такая теплая, душевная история. Спасибо большое, Наташа, что рассказала. Но здесь, посмотрите, действительно, за счет вот этих воланов в плечевой зоне как будто крылья бабочки, очень эффектно смотрится, романтично, сексуально, не побоюсь этого слова. Да. Но при всем при этом здесь есть такие нюансы, которые 100% работают на визуальные эффекты. Получается стройнящий эффект. Угу. За счет как раз той самой вставки. Вот мне хотелось бы подойти к вам, девочки, подходите, и показать на вашем примере, как это работает. Вот эта контрастная вставка принтованная, она, безусловно, будет вас стройнить. Если позволит мне Анечка, я вот покажу. Напомню, Аня 52-й размер. Но вот смотрите, вот помоги мне чуть-чуть, Ань. Вот именно вставку сейчас замерим. Смотрите, вот она. Получается 22 сантиметра. Именно столько такой ширины будет ваша талия. Представляете, как здорово визуально это работает. И молодая мама мечтает о такой стройной талии. Наша Анюта молодая мама, да? И барышня любого между прочим, возраста. Здесь еще есть пояс, который он вшит. Вы можете по спинке завязать или спереди. Это будет дополнительный стройнящий эффект. Слушайте, мы хозяйки, это лицо дома. На нас смотрят наши близкие домашние, на нас считывают о том, какой наш дом, богатый ли он, да, обильный, щедрый ли. Мы сегодня выбираем с вами халат по цене 999 рублей. Ну, слушай, вот дотрагиваясь до халата, это такой комфорт. Мне подружка из Туниса решила сделать подарок. Привезла тунику. Она красивая безумно, но она синтетическая, и летом я ее носить не могу. Да, безусловно. Но вот смотрите, здесь за счет опять-таки же хлопка, причем кулирка, я напомню, одна из разновидностей хлопка, которая дает возможность чувствовать себя комфортно, потому что материал эластичный. Вы видите, он тянется. Mm-hmm. Плюс ко всему, еще мне очень нравится практичность в том, что здесь молния, никогда не расстегнутся пуговицы, то есть никогда не будет неловкой ситуации. Часто бывают, дети подбежали, обняли вас или за халат подергали, если были бы пуговицы, бывает так, что расстегивается. Здесь этого не произойдет, потому что функциональная молния. Оптимальная длина 109 сантиметров, приятный по тактильным ощущениям материал, стираем при 30 градусах, не потускнеет. Но согласитесь, в таком халате можно смело пойти даже в магазин за продуктами. В нашем халате вы будете стройной и привлекательной. Давайте выберем цвет малиновый или бордовый, цвет хаки или голубой, да, цвета лиловый. Вы только посмотрите. Вы можете сегодня забрать сразу два халата, потому что цена 999 рублей, это позволяет сделать. Сделайте подарок себе, сделайте подарок своей маме, берите его в поездки, отдыхайте в нем дома. Только сегодня главное предложение дня.